В общем, шлялся-шлялся и дошлялся. Иду, значит, что-то не... Ну, короче, какой-то вокзал. Тут поезда, наверное, ездят. Не знаю, куда я вообще попал. С какой стороны шел, значит, к воде, так сказать, Босфор посмотреть в вечернее время. А время уже скоро к ночи. К 10 приближается. Я думаю, время уже, наверное, почти 10. Ой, какие-то трущобки такие. Кот копается, он что-то. Наверное, нагадил, убирает за собой, да. Ага. В общем, я не знаю, выйду я тут или нет. Мне надо вообще на ту сторону как-то попасть. Это какой-то вокзал. Как через него выбираться, бог его знает. Тут есть проход, сейчас посмотрим, что это. Ага. Мармарай. Ну да, это поезда какие-то. Угу. Вот. Мармарай, Истанбул. Может, это метро? Я не знаю, что это. Я не знаю, куда я попал. Гюльхане парк я был. Это вокзал, короче. Железнодорожный. Тут есть автоматы, естественно. Тут полно народа. Я посмотрел, можно тут добраться до аэропорта, интересно. Ну, типа, как у нас, аэроэкспресса. Перрон, вот вижу, второй. Время без 10:10, вон часы. Короче, там на стене. Вижу трамвай, и вроде я вышел на свою улицу. А, вот там есть. Сейчас посмотрим карту, как проходит эта железная дорога. Ну, вот так вот. Конья, Адана, Халеб, Нусебин, Мосул, Самара, как у нас Самара, и Багдад. В Багдаде все спокойно. Короче, да, это железная дорога. Наверное, отсюда можно и в Россию уехать. Османской империи, типа. Хожу с вокзала. Я, кстати, купил билет из Сочи. Улочка, видите, какая? С фонариками. Сейчас покажу вам. Думаю, вы такие видели, в принципе. Узенькая такая. А еще такие картины. Как раз покупали мы такие в Кемере, когда были 2,5 года назад с ребятами. Высотки, здания. Да, вон там вот моя набережная, я так понимаю. Еще куда я вышел? Магазины, банки, кафе. А. Поезд вам. Ну, это инсталляция. А там вот пролив, где я плавал. Слушайте, Бургер Кинг увидел. Может зайти перекусить, что-нибудь взять. То жрать-то охота. Чтобы не размазали меня здесь по асфальту, было бы вообще шикарно. Вон, смотрите, какой вид. Трамвай ездит. Я вот за эти, сколько я тут, 1,5 месяца, я ни разу Бургер Кинг не сходил. Ни Макдональдс, ни Бургер Кинг. KFC ходил. Ну вот
такие вот цены здесь. Ну, подвыросли, конечно. Он вопер с двойной котлетой, в принципе, можно взять. Я картошку не хочу. Мне достаточно будет просто бургера. Можно что-нибудь по отдельности посмотреть. Only бургер. Если у меня одни доллары, нужно поменять на лиры. То я не знаю, сможем там оплатить. Рай для сладкоежек. Ищу какой-нибудь обменник. Нашел обменник. Ой, тут что-то крутит. Давайте посмотрим. Свежак делают. Сахар. Это зеленый тип из фисташек. Кашки добавляют. Курс нормальный, можно тут поменять. Western Union переводы тоже есть. Решил не идти в Burger King. Сейчас посмотрю, что вот здесь продают. Какой-то чикен, что-то там. А здесь вот в обменник уже чуть-чуть побольше дают. 147.50 лир, а мне там дали 146 с копейками. Короче, на одну лиру типа. В этой куриной я тоже есть не буду. Десертики. Кто у меня любит сладенькое, давайте напишите. Просто роллы делают сладкие. Ну что, я уже подхожу. Ветрище, конечно. Туда, где я днем гуляю. Вот. Ну, конечно, камера все это не передаст. Видите мост? Вон Босфор. Пролив. KFC-шка. Вот по этому мосту я переходил. Вон она, Галатская башня. Фокусируем. Галатская башня. Вот по этому проливу я катался, получается. А вон Босфор. Смотрите, как красиво подсвечивается. За столбами его, конечно, не очень видно, но... Ну и что вы думаете? Я пришел в KFC, заказал, короче, не удержался. Хоть здесь очень остренько, но... Вот, значит, бургер. Тут картошка. Тут это курица. Тут крылышки. И типа таких наггетсов. Салат, соус и фанта. 61 лира. Буду сейчас кушать. Хотел заснять мукбанг, но я без штатива. И тут музыка играет, как слышите. На всякий случай, чтобы не было никаких нарушений. Так что пожелайте мне приятного аппетита. И потом пойдем на набережную. Иду в темноте, блин. Хотя сзади такая вот красотень, да, там все сливается. Ой, господи. Будет корабль в Босфору, наверное, собирается. В общем, поел я в KFC. Очень остро делают они здесь KFC. Не острого нету. Причем это, видимо, только так вот в Турции делают, потому что везде своя специфика. Может, и надо было в Бургер Кинг, конечно, сходить. Не знаю. Я все эти полтора месяца ел, грубо говоря, турецкую еду. Мне захотелось фастфуда. Вот, я поел фастфуда. Ну, может быть, да, Бургер Кинг для разнообразия надо было взять. Не знаю. Конечно, Бургер Кинг вкуснее в Турции, чем в России.
и чем KFC, но мне что-то захотелось вот курочку. Курочку, я не знаю. Ну, вообще, как бы, чем-то мне напоминает это все Москву. Это вот Москва-река, как будто. Один в один. Ночью, как в Москве. Автобусы, трамваи. Вот именно здесь почему-то не сильно меня удивляет. Мне просто написали, что в комментариях, что нужно смотреть, когда это все подсвечивается, все это горит. Ну вот, я вижу. Не сказал бы, что я прям удивлен. На самом деле мечеть горит, вот это красивее, чем... Ну, вот этот мост, бридж над Босфором, красивый. Подсвечивается, наверное. Перебежал по-быстрому дорогу. Ну да, тут даже объявление, как у нас делают. Что-то все бегут, бегут куда-то. Опаздывают. Красный свет. Ну вот тут вот красивый вид. Ну, повидал. Представление имеют теперь. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 300 раз услышать, да? Вон, видите, синий мост? Это через Босфор. Тут мы днем катались на яхте, я вам показывал, уже видео есть на моем YouTube-канале, посмотрите. Вымученное видео. Ну, само собой, да, камера до конца все это не передаст. Чайка здоровая полетела, рыбу ловит. Пошла переправа. Менты едут. Ну, так вот красиво, конечно, посмотреть, да, огонечки. Но я, может, немножко уже насытился этим в своем большом городе, но в Москве, я имею в виду, да, когда гулять ездишь. Что-то вот из серии уже все это видел, знаете, ощущения такие. Как вам? Напишите в комментариях. У меня фокус теряется, потому что темно. Что-то поел это острый KFC, блин. Видимо, всех гадов потравил, которые были. Но мне хотелось чего-нибудь такого вот. Остренького, пряного, солененького, знаете. Время уже поздно, я не знал, куда тут еще пойти, в какие кафешки. Поэтому то, что съел, уж так и съел. Вот мечетями я тут восхищаюсь. Мечети действительно красиво выглядят. В темноте, днем и так далее. Вот он, в полном распоряжении нашем. Увеличил специально для вас. Как вам Босфор? Ну уж качество какое есть. Качество какое есть. Уж. Поэтому... Ну темно просто, действительно. Какое вы еще хотели качество, блин?
Какое есть, такое есть. Ну, Галатская башня, да, так своеобразно выглядит. Как вот на римских каких-то, знаете, картинках. Ну, все подсвечено, да. Это Галатская башня, если что. Флаги развеиваются. Ну да, вид на Босфор это, конечно. Посмотрите мусор, сколько плавает в Босфоре. Хлеб. Это мячик какой-то плавает. Наверное, с яхты упал. Бутылки, пустые тарелки. Очень грязи много. И пахнет так себе. Понаслаждаемся немного видом. Вон эти мамонты, чайки. Что, показал я вам вечерний Босфор, уже ночной, скорее всего, но вот так вот, как есть, да? Спасибо за просмотр, напишите, как ваши впечатления, поставьте лайк, если понравилось. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч, завтра я уезжаю в Россию, в Сочи. Увидимся теперь в Сочи.